Здравствуйте, уважаемые гармонисты! В этом видеоуроке мы с вами разберем татарскую песню из репертуара Фанита Карачурина «Гумерлер Тизюте». Разберем припев и куплет. Начнем с правой клавиатуры. Начнем с припева. Сначала я сам сыграю, потом разберем. Здесь играется большое количество аккордов и триолей. Обратите внимание. Дальше, чтобы мелодия звучала более профессионально, можно сыграть переход. Вот такой. То есть у нас получается следующая картина. Продолжаем. Вот то, что мы сейчас разобрали, звучит так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот это был припев. Мы его также играем в качестве вступления и в качестве проигрыша между куплетами. Вот когда мы переходим от вступления на первый куплет и от первого куплета на второй куплет, мы можем сыграть следующий переход. То есть мы сыграли припев, например, в качестве вступления, и сыграем дальше следующий переход. То есть мы сыграли припев. Вот играется этот переход. Теперь давайте разберем куплет. Куплет будет полегче, чем припев. Начнем. Сначала сыграю, потом разбираем. Вот такой куплет. Разбираем. Thank you.
конце играется такой аккорд, состоящий из нот 4, 6, 19. Теперь давайте рассмотрим левую сторону. Левой рукой играем так, то есть нажимаем бас и два раза аккорд. Вот таким образом. Рассмотрим припев. Во время перехода, который играется после вступления и после проигрышей, играется аккорд АМ. Теперь давайте рассмотрим куплет. Вот такой разбор. Желаю вам удачи. До скорых встреч.